Здравствуйте, зрители и подписчики канала Shara Games. У многих пользователей мобильных устройств под управлением iOS возникает вопрос, можно ли установить игру Pokemon Go на свой iPhone, ведь игра еще не вышла в России. Правильный ответ – конечно можно, и сейчас я вам покажу, как это сделать. Для начала заходим в настройки, конфиденциальность, служба геолокации и отключаем их. Нажимаем «Выключить». Далее возвращаемся к настройкам. Теперь нам нужно изменить свой регион. Для этого заходим в основные. Спускаемся вниз и выбираем пункт «Язык и регион». Меняем регион с России на Соединенные Штаты. Отлично, выбираем Соединенные Штаты Америки, жмем «Готово». Продолжить и немножко подождем, пока у нас установится регион. Отлично, регион у нас установился. Выходим из настроек. Теперь нам нужно выйти из своего Apple ID. Для этого заходим в App Store. Спускаемся в самый низ. Жмем Terms and Conditions. Проверяем, что у нас стоит Соединенные Штаты Америки в качестве региона. Отлично. Возвращаемся назад. Жмем Apple ID и Sign Out. Отлично. Теперь нам нужно выбрать любое приложение бесплатное. И нам предложат создать новый Apple ID. Так, ну, например, давайте выберем вот это приложение. Нажимаем Get, Install, создать Apple ID. Выбираем United States, Next. I agree. Теперь нам нужно ввести почту. Отлично, далее придумываем пароль. Повторяем его. Отлично, спускаемся ниже и выбираем контрольные вопросы и ответы на них. Отлично, теперь вводим дату рождения. Все готово, можем убрать здесь галочки, чтобы нам не приходили ненужные письма. Итак, Next. Так, в графе оплата ставим None. И далее вводим следующую информацию. Это мистер или миссис. Так, фамилия, имя. Адрес. Адрес вводите такой, который я сейчас ввожу. Выбираем штат. Нам нужен Нью-Йорк. Отлично. Отлично, вводим телефон. Все готово. Итак, жмем «Готово». Проверяем еще раз, все ли мы верно ввели. Жмем «Next». Отлично, теперь нам нужно подтвердить наш аккаунт. Для этого мы выходим, переходим в почту, выбираем
почту, которую мы указывали при регистрации, заходим во входящий и смотрим, пришло ли нам сообщение. Отлично, сообщение пришло. Жмем Verify Now. Вводим пароль, который мы указывали при регистрации. Продолжить. Отлично. Так, теперь еще раз вводим пароль. Окей. Повторяем. Окей. Так, еще раз get и install. Опять вводим пароль. Опять окей. Отлично. Началось скачивание приложения. Я его останавливаю, поскольку мне это не нужно. Так, выходим назад. Здесь жмем search. И пишем Pokemon Go. Отлично, нажимаем get, install. Началось скачивание приложения. Отлично, приложение у нас скачалось, но мы не жмем open. Выходим, заходим в настройки и включаем геолокацию. Для этого заходим, опять же, в конфиденциальность, службы геолокации, включить. Отлично. Выходим, и теперь уже можем зайти в Pokemon Go. На этом этапе вы можете вернуть свой старый Apple ID, который у вас был, поменять настройки на такие, которые они были. Но если вам нужно будет обновить приложение, то вам придется писать этот новый Apple ID. Так, разрешаем геолокации, вводим дату рождения, отлично, submit, нажимаем Google, выбираем почту, которую мы указывали при регистрации, жмем разрешить, и покемоны у нас запускаются. Все отлично работает. Спасибо за внимание. А на этом у меня все. Если этот гайд помог тебе установить покемонов на твой iPhone, то обязательно поставь мне лайк. А также подпишись на канал, если хочешь видеть новые видео о покемонах и не только. Это был канал Шара Геймс. До новых встреч. Ловите самых крутых покемонов.